Мы не держим штурвал, не встречаем пассажиров в салоне, но без нас вы не полетите. Мы постоянно бегаем, что-то чиним, это вам не в офисе сидеть. Свой первый рабочий день я от радости проспал. Первая замена двигателя – это всегда испытание, а дальше все приходит с опытом. В нашей профессии время – это критический фактор. От него зависит, как скоро самолет сможет подняться в небо. За 8 лет работы я прошел путь от механика до инженера первой категории. И на сегодняшний день я имею допуск на обслуживание 4 типов воздушных судов. Я всегда хотел продолжить дело своего деда. Продлить наш авиационный род. Моя мама всегда хотела, чтобы я работал в авиации. В моей семье нет никого из авиации. Моему выбору удивились, но поддержали. Пример мечту. Пример мечту. Пример мечту.